С развитием цифровых технологий в РЖД появились новые профессии. Специалист по метавселенным, оператор БПЛА, квантовый инженер и другие. Это следует из презентации замглавы холдинга Евгения Чаркина, которую он представил на форуме будущих технологий. Кроме того, в процессе становления в компании и такие профессии, как цифровой куратор для трансформации бизнеса, экоаналитик, учитель роботов и криптотехнолог. Прекрасно понимаем, что кадров уже сейчас не хватает, их будет еще больше не хватать, поскольку появляются с развитием технологий, появляются новые профессии. Ну, например, появление беспилотных поездов. Вы, наверное, все слышали про то, что у нас уже вот «Ласточка» давно тестируется на МЦК в Московском центральном кольце. Вот появление «Ласточки» приведет к тому, что появится 5 новых профессий. Да, сейчас уже коллеги в Минтруде зарегистрировали профессию машинист-оператор. Да, поскольку, да, профессия машиниста, она будет видоизменяться.